up, guys? Всем здравствуйте, всем привет! Вы находитесь на канале Hardplay. Ну что ж, дождались, да, многие из вас, знаю. Человек-паук вышел. Сегодня открываю я, значит, вот эти интернеты. Захожу, значит, я в этот... А там в трендах на первом месте, значит, Человек-паук, нет пути домой. Тизер-трейлер, понимаете? Кто смотрел вообще какие части? Ребят, я сам не являюсь фанатом Marvel и вообще все, что к ним относится, но иногда, кстати, посмотреть что-нибудь можно. Там была одна такая женщина, там она такая вот так вот могла там что-то увеличивать, уменьшать, не суть. Да, помнится, да. Было такое, значит. Может, в игры в какие играли? Если есть фанаты, что смотрели? Может быть, есть какие-то штуки? Друзья мои, обязательно кидайте мне в директ моего инстаграма hard.inst вашу коллекцию. Может быть, кто-то какую-то информацию кинет. Может быть, кто-то отправит фотографии коллекции всяких фигурок и всего остального. Уверен, такие люди есть. Буду рад знакомству, ну и отвечу обязательно. Лучше, как всегда, покажу на стриме. Ну что ж, а сейчас начинаем. Человек-паук, нет пути домой. Трейлер к фильму. И напишите вообще, вы ждете или не ждете, или вы, как и я, там застряли где-то в далеких там годах и смотрите только наше отечественное кино. Ну что ж, погнали! Эпично! О, вот это интересно. Похоже, Паркер умеет гипнотизировать женщин так же, как паук самок паука. Все, хорош. Слушаюсь, мой господин паук. Мой господин? Давай останемся здесь. Там внизу дурдом. Всем известно, что Человек-паук — это Питер Паркер. Послушайте, это не я убил Мистерио. Слушайте, я пропустил что-то. Был какой-то Дианон, да, в предыдущей части, я так понимаю, Человека-паука? Настоящее имя Человека-паука — Питер Паркер! Да что за... То есть, я так понял, где-то что-то, какой-то этот Дианончик, да, влетел? Надо будет посмотреть обязательно предыдущие серии, а то что-то я отстал от жизни. Так, давайте дальше смотреть. Мистерио, это были дроны! А дроны-то твои. Ну что, тебе хоть немного полегчало? В смысле? Все, на него все гонят. Тебе больше не нужно прятаться и обманывать. Тебе я не хотел врать. Но как признаться, что ты Человек-паук? Теперь это известно. И дело не во мне. От этого многие страдают. Вот я и думаю, как все исправить. Здравствуй, Питер. Чем обязан удовольствием? Простите за беспокойство, сэр. Брось, мы вместе спасли Вселенную, так что давай без церемоний. Ладно, Стивен. Звучит странно, но пусть будет так. Когда Мистерио меня раскрыл, вся моя жизнь пошла кувырком. Вот я и подумал, что вы сможете вернуть все, как было. Прошу тебя, только не заклинание. Это слишком опасно. Ладно, не буду. Пусть весь свет забудет, что Питер Паркер — Человек-паук. Как весь? Пусть не все забудут. Нет, это так. Ну, такого не бывает, типа, да. Но тогда ведь МЖ все забудет. Не порти заклинания. А как же, Нед, он мой лучший друг. И тетя Мэй не должна забывать. Замолчи уже. Ой, да ну. Что это было? О мультивселенной слишком мало известно. Мы нарушили стабильность пространственно-временного континуума. Беда в том, что ты хочешь прожить две разные жизни. Чем дольше это продолжается, тем опаснее. Хренеть. Сейчас что-то будет. Будь осторожен в своих желаниях, Паркер. Привет, Питер. Человек-паук. Нет пути домой. Вы знаете, еще раз говорю, не фанат Марвела, но безумно хочу что-то прям посмотреть, что-то прям захотелось. 16 декабря надо будет свою в охапку брать и в этот, в кино сбегать, посмотреть, что мне прям интересно даже стало, всякие вот эти вот. Вот, так что как так, все, спасибо, ребят, всем за лайкос, всем доброго времени суток, удачи.
Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.